thank <laughs> you Античное искусство очень большой дало материал для того, чтобы вновь возникшая христианская культура заимствовала у античной культуры, даже не то чтобы взаимств... заимствовала, а использовала эти формы для того, чтобы наполнить их новым содержанием. Потому что христианское изобразительное искусство, оно возникло не на пустом месте, это был не какой-то изобразительный вакуум, это было огромное наследие, многовековое наследие античной культуры. И, конечно, художники раннехристианские первых веков, они использовали понятные и доступные им образы, но наполняя их особым содержанием, которое выражало уже христианское учение. Сегодня разговор пойдет у нас об иконографии Христа немножко об иконографии Богоматери. Мы будем говорить не о каких-то известных чудотворных иконах и не о каких-то популярных и ставших очень известными для, для всех образах. Мы будем говорить скорее о том, как как раз развивается христианская иконография, как она возникла в первые века, и что из этого нам понятно, и что из этого заимствовано и продолжалось в византийской э, изобразительной системе, и потом в древнерусском э, искусстве. И вот перед нами э, первый. Такой слайд, это скульптура доброго пастыря, мы сейчас вот об этом тоже поговорим. Собственно, в ранние христианские времена очень часто использовались символические либо аллегорические изображения для того, чтобы обозначить Христа. В том числе были распространены изображения Господа в виде агнца, ягненка. В виде пеликана, что символизировало милосердие, потому что по преданию пеликан разорвал себе грудь, чтобы кормить своих птенцов, были известны изображения, христианские изображения дельфина как спасителя утопающих того, кто приходит на помощь брошенным в море. Да, в том числе в Житейское море. Христос мог быть э, обозначен не изображен, а вот именно обозначен э, это рыба, да, ихтис э, знаете, такой раннехристианский символ. И среди антропоморфных изображений, то есть среди изображений в человеческом облике очень популярны были изображения доброго пастыря. Это пастуха, который, согласно притче, несет заблудшую овцу на своих плечах. И так продолжалось до конца VII века, потому что в 692 году Трульский собор постановил запретить аллегорические изображения Христа для того, чтобы более четко выражать уже сформированное христианское учение. И тоже об этом еще поговорим. Итак, прежде чем сложилась устойчивая иконография Христа. Как я сказала, христианское искусство проделало очень большой путь. И вот античный материал и материал раннехристианский, что это такое? Это скульптуры, да, как мы сейчас с вами видим на экране. Это живопись катакомб, так называемых это подземных кладбищ и святилище ранее христианских в этом искусстве встречались образы Христа которые передавали его внешность как э, мужчины да то есть не только символы, но э, здесь тоже было влияние античного искусства потому что в античном искусстве был образ героя были образы богов э, ми мифических персонажей да, и, и это тоже все было использовано в христианском искусстве. Вот такой вот хочу вам показать памятник. Это евангельские сцены. На э, саркофаге римского чиновника Юния Баса, и известно не только его имя, но известная и дата, это 359 год, середина IV века нашей эры. И на этом саркофаге представлены ветхозаветные и евангельские сцены, в том числе вот эти в Нижнем Ряду, например, Адама и Ева у Древа. А вот следующая композиция, вот в, в центре после Адама и Евы, это евангельский сюжет. Кто-нибудь угадает, что изображено? Да, конечно, вход Господний в Иерусалим. Но посмотрите, как изображен Господь, который въезжает в Иерусалим. Он изображен юным, безбородым, таким вот юношей в туниках. Это напрямую да, у нас вызывает ассоциация с античным искусством. В руках у него свиток. И так в греческом и в римском искусстве изображались ораторы, ритеры, философы. Популярными были образы Христа как доброго пастыря, вот Христа в образе такого вот а, философа, и а, популярны были образы, а, ну вот совсем античного. Посмотрите, здесь изображен Христос в виде Гелиоса. То есть в образе Солнца, вот эти лучи, которые у него исходят от головы, это напрямую выражение, собственно, этого образа. Что это такое? Это одна из самых ранних сохранившихся христианских мозаик, одна из вот мозаик, которые. Потому что от раннего христианского времени достаточно мало сохранилось мозаик, там немножко в катакомбах, немножко вот это, например, крипта, Собора Святого Петра в Риме, потому что вы знаете, что Собор Святого Петра в Риме, который сейчас, да, вот в Риме в Ватикане, это постройка в современных формах, как мы его видим, это уже более позднее, но поскольку храм древний, там очень много наслоений, очень много древностей в, крипт, в криптах сохранились, и захоронения древние, в том числе некоторые остались детали, которые вот позволяют нам представить, что там происходило в ранние христианские времена. Доступ туда, к сожалению, затруднен. Не все, кто посещает собор Святого Петра, имеют возможность спуститься и посетить какие-то вот такие закрытые помещения. Но вот очень важное изображение, которое показывает, как по-новому прочитана, собственно, античная мифология. А здесь мы э, сталкиваемся э, с главным принципом христианской символики, это э, э, что символ не существует вне контекста. То есть, если мы уберем христианский контекст, то это изображение будет, по сути, совсем иным по смыслу. Здесь э, язычники увидели бы непобедимое солнце, да, солнечное э, божество, но для христиан солнцем правды господь именуется в некоторых источниках солнцем правды конечно является христос как истинный свет и все ассоциации которые вот рождают эти слова вот связаны с этой мозаикой и обратите внимание что изображение христа гелиоса обрамлено такими перевитыми виноградными лозами это дополнительный придает смысл это не отнюдь не декоративная деталь это Солнце Христос, который лучи его согревают в виноградник, насажденный им, то есть церковь христианскую. И вот образ церкви, как лазы и виноградник, он тоже встречается в Писании. Произведение это было создано еще до Миланского эдикта, который провозглашал терпимость к христианству на всей территории империи. Ну и вот еще одно такое изображение. Здесь Христос тоже добрый пастырь, да, вот он в окружении стада своего, но тоже изображен безбородым юным юношей, хотя вот. Такое изображение Христа нам уже более понятное и узнаваемое. Это и а, он держит в руках да, большой крест. То есть здесь уже непосредственно христианская символика. Сейчас мы с вами смотрим на один из а, примеров а, росписи катакомб. Обычно, когда вот такое слышат слово, римские катакомбы представляют себе какие-то секретные такие места, где прятались христиане от а, а, язычников, от гонителей своих, но э, такой миф о том, что это были такие секретные убежища, он э, появился еще в 16-17 веках, когда состоялось первое открытие катакомб. Никто не, уже к этому времени была забыта эта традиция, никто не понимал, что это такое. Потом э, ученые и исследователи работали с этим. И э, сейчас считается, что эти места погребения христиан, они были очень хорошо известны римским властям. Но это были частные кладбища. Никаких препятствий к подобному использованию частной земли у римских властей никаких претензий не было. Чаще всего это была земля, принадлежавшая знатным людям, которые были членами христианской общины и разрешали там хоронить, собственно, членов одной общины. Любое захоронение в Риме было священным, и Неприкосновенным местом. Собственно, закон распространялся и на христианские кладбища. Были э, моменты, когда было обострение гонений, тогда просто засыпали их и пытались э, как-то доступ ограничить, но это опять же не привело к каким-то громким истори громким историям которые были бы нам известны коридоры э, римских катаком подземных кладбищ они э, служили таким знаете местом встречи для совместных поминальных заупокойных служб для того чтобы э, там Служить э, службы вот в нашем современном понимании там просто нет места. Это очень маленькие, тесные помещения. Там есть локулы, небольшие э, камеры, комнаты, которые соединены э, коридорами с нишами. Как раз это указывает на то, что общины были достаточно небольшими. Однако в IV веке расширяется площадь этих подземных галерей. После того, как император Константин прекратил гонение на христиан, они стали популярным местом паломничества, поскольку и рост там были, могли быть погребены. И, в принципе, там были погреблены люди, которые почитались как праведники, как э, святые. Вот это изображение из катакомб святых Петра и Марцелина. Вы видите здесь Христа в двух видах. Это, посмотрите, и Агнец, о котором я говорила. Я еще не упомянула, что образ Христа Агнца, он в Евангелии упоминается, когда Иоанн Предтеча проповедует о Господе. И наверху здесь представлен спаситель в уже узнаваемом для нас типе это с бродой, с длинными волосами, с благословляющим жестом. И из этих же катакумб святых Петра и Марцелина происходит другое изображение из одного и того же в общем -то, места. Это изображение Христа в образе Орфея, еще один античный герой, который так вот, контаминация происходит смыслов, поскольку Орфей, как известно по античным мифам, он спускался в загробный мир, в преисподнюю то это была, знаете, такая вот буквальная ассоциация. Мы знаем о Христе, который сошел в ад, да, тоже вот спустился в преисподнюю. В иконописи первые сохранившиеся станковые изображения известны с IV века, и в то же время предание относят некоторые образы, например, образ Спаса Нерукотворного. Вот здесь изображена пелена, а, а это на пелене, на том самом платье, где отпечатался лик Христа Нерукотворного. Вот таким образом, вот в таком ракурсе представлен, собственно, лик Спасителя. А, собственно, эта иконография Спаса Нерукотворного она возникла еще в евангельские времена. И вот я хотела подробнее остановиться на том как понимался образ вседержителя, что вообще такое вседержитель. О боге, как о вседержителе, говорится в Священном Писании. И это слово употребляется в Ветхом Завете. Один из пророков восклицает Господи вседержителю Божия Израиля. К вседержителю, как к всемогущему Господу обращается один из ветхозаветных царцев. Как он говорит, царь всесильный, высочайший Бог Вседержитель. И в Псалтыре, в 67-м псалме, говорится во власти Господа Вседержителя врата смерти. Это является предсказанием как пришествия на землю Христа, его воплощение смерти и воскресение из мертвых. В книгах Нового Завета имя Вседержитель уже напрямую указывает на Христа, перед которым во время его второго пришествия предстанут и праведники, и грешники. Итак, апостол Павел в послании к жителям города Каримф говорит, «И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и тщерями, говорит Господь Вседержитель». Ну и также... Слово «вседержитель» встречается в откровении апостола Анна Богослова в Апокалипсисе, где э, рассказывается о конце времен и судьбе человечества, но при этом подчеркивается, что Господь-вседержитель – это Господь предвечный, безначальный, существование которого ничем не ограничено. Да, и как Господь говорит сама себе «я есть альфа и омега», который был и есть и грядет, Вседержитель. И обратите внимание, по поводу альфа-омега, начало и конец, эти буквы стоят по сторонам э, нимба вот на этом э, изображении. В византийском искусстве и в древнерусском искусстве э, Вседержителя изображали... То есть это был прежде всего Христос, второе лицо Троицы, как Божья сила и а, премудрость. И вот эпитет Вседержитель, он указывает прежде всего на могущество Бога, потому что греческий синоним этого слова ⁇ Пантократор. Иногда, вот даже в книгах по искусству какие-то иконы, иногда подписывают одни и те же, там, Господь Вседержитель или Господь Пантократор, что, собственно, то же самое. И как бы пантократор – это тоже всесильный Господь, которому подвластно творить совершенно все. Когда была создана первая икона Вседержителя, как, где она находилась, как почиталась, каким на ней был представлен Господь, мы не знаем. Это вот такой очень... С одной стороны, детский вопрос, дети спрашивают: да, как первый раз там Бога изобразили? А с другой стороны, это очень сложный вопрос, на который нет ответа ни у историков, ни у искусствоведов, потому что памятники, которые дошли до наших дней, древние памятники, они содержат э, очень разные изображения Господа, да? Вот мы сейчас с вами начали с аллегорических и символических изображений. И дальше мы тоже увидим, как совершенно по-разному, даже в антропоморфном облике, изображался Господь Вседержитель. А, несмотря на то, что м, о земной жизни Христа у нас очень много свидетельств, это прежде всего э, Евангелие, но ни у одного евангелиста нет описания внешности Христа. По всей видимости, ну так объясняют богословы, что для евангели... Евангелисты не донесли до нас образа Господа, не описали Его облик, потому что они были рядом с ним, и для них его облик был ничем не примечателен. В том смысле, что он был обычным, как обычный человек, поскольку он воплотился, ни как бы его рост, ни черты лица, ничего в его облике не было особенного. И если даже словесный портрет Христа имелся в каких-то древних сочинениях, или апокрифических сказаниях. Возможно, где-то было вербальное записано описание внешности Христа, но э, дошли э, эти сведения только в поздних пересказах. Потому что вопрос об облике спасителя стал актуален очень только тогда, когда э, сменились поколения, и уже никто не помнил, как же выглядел Господь. Это уже ученики учеников. Во втором в III, в четвертом веках, вот тогда мы впервые сталкиваемся с тем, что появляются рассуждения об истинном виде Христа, как же он, собственно, выглядел. И э, философы и богословы стремились не столько э, закрепить, наконец, э, внешность Христа, рассказать, как, какой она была, но э, их интересовало выражение его сущности как бога-человека, как выглядел бога-человек. Некий философ по имени Цельс, он критиковал христианство, он не был христианином, считал, что если бы Христос обладал божественной природой, она бы проявилась через особую красоту его лика и его тела. И цитирую по поздним понятным источникам, раз в теле был Дух Божий, то оно должно было бы резко отличаться от других ростом, красотой, силой, голосом, способностью поражать и убеждать. Ведь невозможно, чтобы нечто, что в нем заключено больше божественного, ничем не отличалось от другого, а между тем тело, Христа, тело Иисуса ничем не отличалось от других и, как говорят, не выделялось ни ростом, ни красотой, ни стройностью». Но, знаете, такой очень языческий аргумент. На самом деле да, античные, в античные времена боги представлялись чем-то прекрасным, здесь для человека с античным таким с языческим сознанием тяжело себе представить, что если это был ничем не примечательный внешний человек сложно представить себе, что это господь да? ну, то есть абсолютно языческая логика. Один из выдающихся ранних христианских писателей Тертулян считал, что тело Господа было лишено небесного блеска. Он в своем сочинении о плоти Христа объяснял, что земной облик Господа не был примечателен как раз для того, чтобы люди не удивлялись какому-то необычному его виду, а внимали его учению, прежде всего его слову, тому, что он говорит, и внимали его поступкам и чудесам. В более поздней христианской традиции будет принято представлять облик Спасителя, безусловно, прекрасным и совершенным. И это связано с тем, что икона является не портретом, а образом Божьим, да, изображает все-таки условно, да, и вот этот свет, который пронизывает каждую икону, вот это выражает божественное. Ну, а лик мы сейчас с вами посмотрим, как изображали по-разному. В IV веке один из учителей церкви, блаженный Иероним, рассуждал, что если бы Христос не имел во взоре и в лице чего-то небесного, то апостолы никогда бы за ним не последовали. Ну, есть такой документ, так называемое письмо про консула Иудеи Публия Лентула, которая якобы описывает внешность Христа прижизненно, как он выглядел. Цитирую. «Великому и почтенному сенату римскому сенатор Лентул, правящий Иудею, желает здравия. В настоящее время явился человек, он и теперь жив, с высокими качествами, называющий себя Иисусом Христом. Народ говорит, что он всемогущий по своим деяниям пророк. Ученики именуют его Сыном Божиим. Он воскрешает мертвых и исцеляет от всякой болезни и расслабления. Этот человек высокого роста и строен. Его лицо Строго и весьма выразительно. Так что те, которые взирают на него, не в состоянии не любить его и вместе не, бо... не бояться. Его русые волосы опускаются до низа ушей и оттуда падают волнистыми локонами на самые плечи. Они разделены наверху головы, как у Назареев. Чело гладкое и спокойное, лицо совершенно чистое. И щеки с легким румянцем, с небольшой темноватостью. Взгляд имеет приятный и открытый. Нос и рот весьма правильны. Борода довольно густая, небольшая, одинакового цвета с волосами головы, разделяется на две части на подбородке. Глаза голубые, голубые и чрезвычайно живые. В нем заметно что-то грозное, когда он делает выговор или упреки, между тем, как кротость и ласковость сопутствуют всегда его наставлениям и поучениям. Наконец, видев его, нельзя не признать, что это один из красивейших мужей». Значит, по поводу письма, которое я сейчас зачитала Публия Линтула, которое как бы фиксирует внешность Христа, оно подвергается очень большим сомнениям в исторической науке. Оно было обнаружено в Европе в Средние века, то есть это не какой-то в древности уже известный зафиксированный источник. И э, как документ первого века оно не признается никем, но примечательно, что если даже это, э, этот документ так называемый э, возник, а в поздние века э, уже может быть э, даже после иконоборчества возможно, э, э, примечательно, что людям все равно очень хотелось узнать, как же выглядел Христос. Вот эта жажда приблизиться, представить как бы вот в своем воображении, как же выглядел воплотившийся Господь, вот эта идея была очень жива и, видимо, волновала многих. А церковное предание, собственно, считает первым подлинным портретом Спасителя то самое, тот самый плат, которым он отер свой лик. И э, тот без красок чудесным образом запечатлелся на ткани. Плат, который получил название рукотворный образ или по-гречески Мандилин, э, почитался как величайшая святыня и, собственно, был одной из главных э, реликвий христианства которое просто было, знаете, таким знаменем иконопочитания. Почему можно почитать икону? Потому что сам Господь оставил нам свой облик на этом платье. Это был э, непререкаемый аргумент для всех, э, кто почитал святые иконы, даже в те времена, когда в Византии была эпоха, что иконы уничтожались, и считалось, что это поклонение доске и проявление а, язычества. Плат этот а, с ликом а, чудесно запечатлевшимся был и историческим документом, который фиксировал, что действительно был Христос, да, он приходил а, на землю, что, это, что у него была реальная человеческая природа. При этом а, ранние копии Манделеона, а, так называемые списки, которые воспроизводили в точности чтимую святыню, не сохранились. Вероятно, они получили широкое распространение в Византии только в X веке, а точнее после 1944 года, когда из далекого сирийского города Эдессы, а собственно, плат попал потом в, в Эдессу после того, после того, как был явлен, он был перенесен в столицу Византии Константинополь и вот на этой миниатюре 12 века к исторической хронике. Здесь как раз изображено перенесение платы из Эдесса в Константинополь. И вот прижимается щекой к плату человек. Вот это изображение мы с вами видели. Собственно, на всех иконах, которые восходят к нерукотворному образу, имеющих такое же название, на золотом или белом фоне, передает только лик Христа, именно вот лик и волосы, в то время как сохранилось огромное количество ранних икон, где Христос изображен либо в полный рост, либо полуфигура, то есть это и голова, и шея, плечи, вот, да, погрудный или полуфигурный обрез. Историк церкви Евсевий Кисарийский, который жил на рубеже 3-4 веков, свидетельствует о том, что в это время э, бытовали э, иконы Христа, которые были написаны на доске красками. То есть, по сути, в привычном для нас понимании это были в полном смысле слова иконы. И они, по всей видимости, бытовали очень широко. И даже возможно предположить, что существовал особо чтимый конкретный образ уже в те времена, потому что сестра императора Константина Великого очень хотела иметь один из таких образов. Она обращалась к историку Евсею с просьбой прислать ей икону Спасителя. Однако Евсевий осудил ее желание и с осторожностью отозвался о самой возможности почитания изображений и посоветовал ей прежде всего видеть Бога в сердце. Такой, знаете, совет такого умудренного опытом человека, который для нас с вами говорит о том, что не вот в эти столь ранние времена еще не закрепилось в сознании человека, что мы прежде всего для молитвы обращаемся к созданному художниками образу, к иконе. А в живописи катакомб, как мы видим, уже использовался и нимб, и волосы были разделены на пробор, и мы с вами увидели вот эти буквы альфа и омега. И Собственно говоря, здесь уже Христос и представлен как учитель, который наставляет на истинный путь членов христианской общины да, вот таким еще и благословляющим жестом. Что же касается Лика Христа, то в искусстве, о котором мы говорим, это четвертый пятый, седьмой век, черты были не определены строго в рамках одного узнаваемого образца. По всей видимости, у художников были образцы разные, на которые они опирались при написании икон. И вот с ближнего Востока, в Палестине, в Сирии, возможно, бытовал так называемый семитический или семитский тип изображения Христа, который как раз указывал на его иудейскую внешность. И вот как раз так Христос представлен с темными короткими волосами и с темной курчавой бородой на вот этой деревянной крышке. Это коробочка, небольшая размером вот со среднюю книгу, для хранения реликвий, она происходит из капеллы Санкта Санкторум в Ватикане. здесь вот даже есть размеры, кто видит 24 на 1, 18 на 4, небольшая коробочка. Она сейчас находится в музеях Ватикана, этот памятник, его можно там увидеть. Здесь изображено, в центре вы видите на крышке этой коробочки распятие. Причем довольно подробно не только Господь в центре, но и разбойники, которые были с ним сораспяты. Наверху Жены мироносицы пришли к гробу Господню, вот а ангел их встречает. Справа вверху, это Вознесение Господня, а внизу более ранние сюжеты, это, но тоже связано с боговоплощением и богоявлением. Посмотрите, это Рождество Христова и момент, когда Христос пришел креститься в воды Иордана и слетел голубь, да, и раздался глаз с неба, то есть богоявление, Господь дал свидетельство о том, что сей есть сын мой возлюбленный. Вот такая интересная программа у этого памятника. Вот посмотрите, как изображен Христос. Это вот центральное изображение. Да, вы видите, что Здесь э, иные черты, чем те, которые мы вот привыкли на других иконах Христа Вседержителя видеть. До э, 8 века вот такие образы Христа иудеи будут существовать в христианском искусстве очень широко, а впоследствии э, все-таки превалирующее значение возымеет образ Христа Эллина как э, такой прекрасный э, 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 лик э, без э, э, изъян, согласно канонам классического искусства, Уства, с длинными волосами и э, так далее. Оба типа возникли в одно время, бытовали в одно время. Посмотрите, представлены на монетах. Это монеты эпохи правления императора Юстиниана II. Это, видите, самый конец VII века. Это так, тогда как раз, когда уже запретили, запретили э, аллегорические изображения Христа в виде агнца. И посмотрите, на одной монете Христос изображен как бы на фоне креста оба изображения с благословляющим жестом и с Евангелием в руках это крышка Евангелия да, закрытого мы видим. Только в первом варианте у Христа удлиненный лик, правильные черты лица, длинные волосы, спадающие вот на плечи длинными прядями. А во втором варианте голова более укрупнена, почему она еще такой кажется из-за такой очень жесткой прически как будто такие упругие завитки в два ряда лежат на долбом Полукруглые брови глаза крупные так же как и в первом и поскольку монета одного времени времени правления одного императора собственно людей в это время нисколько не смущало что вот в одном контексте существуют разные типы изображений а вот еще одна икона которая как раз не представляет Христа вот в таком прекрасном и более понятно греческому восприятию образе. Впоследствии, как я сказала, все-таки иконография будет развиваться именно на основе эллинистического типа. Известный историк искусства и культуры Ханс Бильтинг считал, что этот выбор был продиктован не эстетическими предпочтениями, а что существовал некий почитаемый образец, что больше почитали тот образец, где Христос вот был представлен Согласно вот такому греческому искусству прекрасному, и дальше это тиражировалось, поскольку этот архетип был признан как верный, наиболее вот соответствующий а, почитанию. Это могла быть икона, которая вместе с огромным количеством священных изображений а, погибла в эпоху иконоборчества, Мы не знаем. Какая была, какой был тот самый чтимый образец, к которому впоследствии обращались художники? Но даже те иконы, которые сохранились, они вот нам тоже дают разные примеры. Я сейчас показываю икону из монастыря Святой Екатерины Насиная. Вы знаете, что в этом прекрасном древнем монастыре сохранилось огромное количество памятников древности которые никогда не покидали пределы стен этого монастыря. И среди этих, не побоюсь этого слова, сокровищ синайского монастыря есть две иконы. Они написаны в технике энкаустики на доске. Это тогда, когда в качестве связующего для красочных пигментов служит горячий воск. И эти изображения, созданные в технике инкаустики, они меньше подвержены воздействию окружающей среды, потому что воск застывает, да, и сохраняется очень хорошо красочный слой. Эта техника была тоже техника античной, потому что сохранилось огромное количество античных портретов, выполненных в технике инкаустики так называемые фаюмские портреты и так далее. То есть здесь христианские художники тоже ничего не изобрели. На вот этой иконе а, мы видим, что это так называемый а, семитский тип, да, внешности Христа такой а, более крупная голова, при этом маленькие зауженные плечи. Но мы видим, что здесь и благословляющий жест, и Евангелие в руке, и Здесь э, вот нет стремления художника изобразить э, лик идеально прекрасным, да, то есть вот подчеркнуть божественность Христа через вот идеальную прекрасную внешность. А вот другая икона из этого же места из монастыря Екатерины на Синай, которая более известна всем, она как раз принадлежит к второму типу, о котором мы говорили. Несмотря на то, что э, она создана, получается, около полутора тысяч лет назад, то есть это памятник достаточно древний, э, то она в достаточно хорошей сохранности и позволяет нам э, говорить о художественных особенностях. И также, как первый образ, она написана в технике энкаустики, и здесь обратите внимание не только на то, как прекрасно переданы пропорции. Это был какой-то великолепный художник, да, который передает пропорции тела правильно. Да, это посадка фигуры, это плечи, это пропорции рук, это такая вот статуарность жеста. Посмотрите, какой выразительный благословляющий жест. И обратите внимание на лик Христа сейчас я покажу в увеличенном виде насколько это возможно вот так собственно мы видим здесь во-первых рельефность потому что техника инкаустики вот горячего воска она позволяла красочный слой довольно плотный и вот эти маски мы все видим облик буквально вылеплен да? то есть его осязаемость вот, максимально здесь выражена. И здесь а, лик как важнейшая часть, он а, выражает сразу несколько а, очень значимых, содержательно значимых моментов. А, здесь есть та асимметрия, посмотрите, а, несимметричное лицо и по-разному написаны и брови, и по-разному посажены глаза. И самое главное, что и сами-то глаза э, по-разному написаны, по-разному направлен взгляд, э, вот по-разному посажены зрачки. Собственно, здесь э, как бы одна половина является образ грозного учителя и э, судьи, а э, другая половина – это скорее такой э, милующий, любящий небесный отец, который принимает верных чад, дает им свое благословение. При этом при всем, что мы вот сейчас с вами рассмотрели, когда смотришь на икону не столь вот скрупулезно, а вот как бы издали, нет ощущения раздробленности этого облика. То есть здесь вот та нераздельность всего того, о чем мы сказали в Христе, она вот таким образом выражена художником. Здесь единый Господь Иисус Христос, который и милующий, и карающий, и вот все, о чем можно только говорить, здесь выражено. Собственно говоря, эпоха икноборчества, о которой я сегодня упоминала, она была таким временем поиска ответов на возникшие вопросы. Допустимо ли существование икон, да, потому что даже все кисарийские, тот нам как бы говорит, что вот не надо икону, храни Бога в сердце. И, кроме того, если э, почитать иконы допустимо, то как их почитать? Да? Это были очень важные вопросы. Приравнивать, э, при, приравнивая священные изображение к идолам, которым понятно, что нельзя молиться и кланяться, противники почитания иконы сходили из убеждения, что Бог не может быть изобразим, поскольку он невидим. И постоку, поскольку божественная природа никак не может быть передана через изображение. В 730 году византийский император Лев Исавр, вот, собственно, он вошел в историю тем, что официально запретил какое-либо вообще поклонение изображениям Христа, Богоматери и всех святых. Почитатели святых икон подвергались жестоким гонениям и, к сожалению, массово уничтожались иконы, мозаики, фрески. И почти сто лет продолжалась эпоха иконоборчества, почти потому что в 843 году императрица Феодора созвала собор, на котором иконоборчество было осуждено, и в честь восстановления почитания был установлен церковный праздник торжества православия. Это праздник, о котором мы с вами, православные христиане, вспоминаем каждый год первая неделя Великого Поста – это неделя торжества православия да, и особое, особое богослужение в этот день. Почему это важно? Потому что отказ от икон был для этих людей отказом от самой сути православия, от самой сути того, что есть возможность соединения тварного и нетварного, материального и божественного. После того, как было восстановлено иконопочитание, был воссоздан чтимый образ Христа над воротами парадного вестибюля Константинопольского дворца, так называемый образ Христа Халкитис, который был уничтожен во время иконоборчества. Как выглядела опять же эта икона? Какое это было изображение? Ростовое или нет? Была Существует мнение, что это была икона очень близкая к типу Вседержителя, что Христос правой рукой благословлял и в левой держал Евангелие. После восстановления иконопочитания иконография Христа Вседержителя будет занимать одно из центральных мест в византийском искусстве. Известно, что таких уже икон было много. Одна из почитаемых икон, опять же, мы не знаем как она выглядела в точности. Это Христа, чтимая икона Христа Пантократора. Она находилась в одноименном монастыре Пантократора в Константинополе. В монастырском уставе этого монастыря особо оговаривалось, что каждое богослужение должно начинаться с того, что священник кадит перед храмовым образом, храмовым образом Христа Пантократора и лишь затем совершает каждение у остальных икон. Это вот образ Спаса Нерукотворного. В интерьере одного из великолепных древнерусских храмов это фреска из церкви Преображенского собора Спаса Ефросиньего монастыря. Это сейчас в Полоцке очень известный такой памятник. Собственно, мы переходим к вопросу о том, как же изображался Христос после иконоборчества в храмовой декорации. Возводятся новые храмы, они украшаются фресками, мозаиками. И вот среди основных сюжетов образ Христа в этих росписях, в мозаиках, занимает центральное место. Все части живописного ансамбля в пространстве храма составляют особую строгую систему, которая построена по принципу соподчинения и иерархии и верхняя зона, которая символизирует собой небо, да, это если есть купол, если архитектура такова, что в храме есть купол, это зона, где изображается Христос Вседержитель. Хотя бывали и случаи, когда евангельские композиции, например, Вознесение Христа на небо изображалось. Но вот с X века чаще всего Христос Пантократор изображается в куполе, и таким образом получалось, что образ Спасителя буквально парил над храмом, как бы вот над всем миром, над э, всей церковью. Такой образ э, сохранился в древнерусских памятниках, потому что та система декорации храмовой живописи, которая сложилась в Византии, заимствуется в Древней Руси. Мы с вами видим великолепные мозаики собор Святой Софии в Киеве. Это храм, построенный в XI веке при князе Ярославе Мудром. Мозаики датируются 40-ми годами XI века. И здесь из смальты. Это вот такие, видите, маленькие кусочки смальты. Вот представлен такой образ. Собственно, с мозаикой это то же самое происходит. Она не теряет краски. Если фреска, если икона, да, это икона, которая темперная, темперная краска, да, на яичной основе, они подвергаются воздействию времени, то с мозаиками, да, случается, что выпадают кусочки смальты, тессеры выпадают, но блеск и цвет передача, да, вот они с веками ничего не случается. Вот мы с вами видим образ Христа Вседержителя, ну, вот буквально таким, каким он был создан в 40-е годы XI века, вот из смальты. С это прежде всего царь, который окружен четырьмя фигурами ангелов-стражей в парадных одеждах. И обратите внимание, что очертание крыльев получается пространственный смысловой крест. Здесь художник наделяет Христа чертами старца. Посмотрите, здесь есть такие вот глубокие а, морщины, а, немножко такой вот немножко белесая борода, как будто бы это не юный мужчина, да, а при, как бы такой уже старец, привечный бог. Который существовал до начала времен. Чуть позже я вам покажу образы Христа ветхого днями. Там вообще Он всегда власом изображается. О таком понимании образа пантократора говорил Константинопольский патриарх Фотий, на освящении одной из столичных византийских церквей, он говорил, что Христос как бы обозревает землю и обдумывает ее устройство. То есть это привечный Бог, который еще не создал наш тварный мир. Вот еще один памятник, просто покажу вам образ Христа в куполе. Это критский памятник фрески церкви Панагии Аракаса на Кипре. И здесь Христос, несмотря на то, что он представлен как небесный владыка, у него, посмотрите, совсем иное изображение лика. Это вот такой милующий Господь, скорбящий о грехах человеческих скорбящий о заблудших, ради которых, собственно говоря, он принес себя в жертву. Ну и русский памятник. Это вообще уже памятник поздний, второй половина план 17 века. Это Софийский собор в Вологде. Такие там сохранились вот замечательные росписи. Ну и икона, на которой я хочу остановиться подробно. Мы с вами посмотрели, как изображается Христос Вседержитель в храмовой декорации. И вот остановимся на иконе, когда говорим об иконах, да, как изображается в станковой живописи, в темперной живописи Христос. Это икона Христа Вседержителя, находится в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в Москве. И является сейчас в экспозиции, в постоянной экспозиции музея древнейшей иконой, представленной в музее. Икона имеет очень интересную историю. Она попала в музей в советское время благодаря художнику, графику Василию Яковлевичу Ситникову. Это был очень неординарный человек, а уж по советским меркам тем более неординарный. Он был таким непризнанным официальным искусством, официальным искусствознанием советским художником. Зарабатывал тем, что давал на дому уроки. И все деньги, которые он получал, он тратил, покупая различные древности. Я вам сейчас покажу, как выглядела его квартира. «Квартира советского человека». Эта фотография опубликована в книге «Житие Василия Яковлевича», им самим, им самим рассказанная, как-то так называется книга. Она издавалась, он уиммигрировал в Америку. Он все-таки не смог жить в России, где, конечно, было высоко очень давление, и денег очень часто не было. Вот эта вот икона. Вот стулья стоят, да, вот мы себе вот, представим, кисточки его стоят. Вот эта вот икона, это та самая, которую я вам показала чуть раньше, та самая икона, которая поступила в музей. Вот она. На этой черно-белой фотографии она практически неузнаваема. Она находилась под поздними слоями, потому что а, иконы записывались, поновлялись, а алифа темнела, могли снова поновить. Бывает несколько слоев поздних поновлений на древних иконах. И, а, собственно говоря, вот такой, а, он ее не увидел, эту икону. Когда он ее обнаружил у перекупщиков, ему показалось устройство доски очень древним. Он посмотрел на оборот иконы, и там были шпонки, которые вот, ему казалось, что это очень древняя доска. И он оказался прав. Он, почему начал восхищаться тем, что ах, какая древняя доска, и выражать всяческое восторг. Ему сразу в три раза завысили цену. И икону он все равно купил, и за неделю до иммиграции была сделана вот эта фотография, то есть это такая же прощальная фотография, он уезжая навсегда в Америку, завещает лучшие иконы из своего собрания передать в музей имени Андрея Рублева. И позже, когда он упоминал об этой иконе, он писал письма потом сотрудникам музея. А, и они ему писали о том, что реставраторам удалось а, открыть а, авторский а, древний а, красочный слой иконы и подтвердились ваши предположения о том, что икона очень а, древняя а, и, а, более того, памятник высочайшего уровня и очень редкий, а, потому что от этого периода, а это первая половина XIII века, очень мало у нас осталось памятников вот в нашем художественном наследии национальном. Здесь, да, есть небольшие утраты. Вы видите, что по стыку вертикальная есть утрата утрачен нимб, он был шире. Вот видите, там есть полоска, которая показывает, насколько более широким был нимб. Вероятно, у иконы, вероятно, как предположение, был серебряный фон, а не золотой, с более таким холодным свечением. И вот впоследствии, изучая эту икону и обращаясь к истории ее появления в музее, общаясь с родственниками Василия Яковлевича, удалось установить, что икона, скорее всего, происходит из а, вот этого храма. Это село Гавшенко, оно, распол... оно было расположено в 15 километрах от Ярославля, по дороге на Данилов. Сейчас храм восстановлен, уже не в таком находится состоянии, но храм поздний, и закрыт он был в 1641 году. А до начала 17 века село принадлежало боярам Долгого Сабурова и Толкскому Ярославскому монастырю. И вот эта вот церковь 1773 года, так сложно уже себе представить, вот в ней находился вот этот вот древний памятник вот посмотрите, какие руки, да, великолепные. Я вам показывала фрагмент с ликом, где есть вот эта вот такая особая вылепленность, такая скульптурность, замечательная передача вот мощи божества. И вот посмотрите на эту руку, которая держит Евангелие. Мы можем вернуться чуть-чуть назад. Вот здесь есть и вот эта рука. Вот крупно покажу. Вот в этой такой вот мускулистой энергии есть особый смысл, потому что он рождает ассоциации с одним из э, текстов, которые священник произносит во время торжественного облачения, когда э, облачается перед богослужением э, и одевает на рукавники поручи. Он говорит: Десница Твоя, Господи, прославися в крепости. Десная Твоя рука, Господи, сокруши враги. И множеством славы Твоей я стерл еси супостаты, то есть уничтожил врага. То есть, это рука. Творца, рука того, которому подвластно сокрушить любого врага. И вот это здесь вот такими художественными средствами выражено. Говоря о разных типах изображения Христа, вот хочу вам показать такую роспись. Роспись конца XIV века находится в Грузии выполнил ее, мы знаем даже имя художника, художник Демианы. Великолепные росписи, которые были созданы под воздействием византийского искусства. И здесь, посмотрите, по оси, это свод храма, мы стоим как бы под ним, и здесь по оси сразу четыре изображения Христа, видно? Четыре, сразу. Одно, два, три, четыре. Причем внизу, это уже спускается вот в алтарь, это фигура Христа Вседержителя на троне, Спас нерукотворный, Христос, днями, Христос с седыми волосами, я сейчас расскажу об этом образе, и Христос Вседержитель с Евангелием благословляющим, и по сторонам от него образы, символы евангелистов. Почему столько образов Христа, да, вот прям друг за другом, вот на одной оси? Ну, таким образом выражается э, все христианское вероучение. Здесь Господь представлен и тронный, да, как царь, то есть это царственное изображение. И Господь, воплотившийся, пришедший на землю, это спас-сидержитель. Христос в ветхие днями это, – это образ привечного Бога ветхи денами по церковно-славянски, ветхи днями, если говорить на современном русском. Дионисий Ариапагит говорил, вот размышлял о том, что такое ветхим днями, и писал, что как ветхи днями Бог воспе воспевается, потому что Он существует и как вечность, и как время всего, и до дней, и до вечности, и до времени. То есть вот такие прекрасные слова, которые ставят вопрос вообще о том, как может вообще осознать человек то, что Господь существовал привечно, то есть еще до того, как существовало время в принципе. Из текстов службы на Сретине процитирую, там тоже упоминается Ветхий Денми. Ветхий Денми, иже закон древле в Синае дал Моисею, днесь видится младенцем, и по закону, яко э, закона творец, закон исполняя, в храм приносится. То есть в службе на Сретине, когда мы вспоминаем о том, что маленького Христа, вот родившегося Богоматерь, принесла в храм, вспоминается не что иное, как в вет Ветхиденме, что это привечный Господь, который вот в образе этого младенца здесь сейчас.